Да, самарцами я очень доволен. Люди, конечно, ну, меня, честно говоря, даже удивили, потому что, ну, пришли с такой отдачей участвовать в кино, вот, и сделали все, что мы просили, и принесли реквизит, который нужно. Вот. И очень расстраивались, когда не удавалось попасть в кадр. Я извиняюсь перед всеми, кто не попал, вот, потому что, ну, кино есть кино, я не могу всех снять. Я снял только то, что было нужно, и то, что успел, что-то просто не успел. В нашем городе сколько по времени занято? Ну, я думаю, что это где-то порядка минуты-полторы, наверное, вот так. Собака бежит через весь город, а в городе в этот момент происходит событие. Вся новелла трогательная, про двух разлученных любовников, любящих, вернее, так сказать. Два любящих существа разлучены, и вот мальчик пытается спасти девочку от ругания. Еще 3 дня назад был снег, снега, пурга, а за один день все изменилось. Конечно, мы были не очень готовы к такому повороту, вот, но что-то пытались исправить. Ну, в общем, в целом, конечно, зима в Самаре в 2014 году, кино «Елки» будет так себе. Ну, такая, как она бывает иногда в России, и в Москве, и в любом другом городе. Вот. Слякоть, лужицы, ну, так не очень холодно, снег кое-где растаял, вот, но зато все радостные. Собака бежит мимо Чапаева, мимо Ленинградской улицы, мимо ракеты. Просто она бежит через весь город, и мы этот город поснимали вот по этим точкам. Поэтому таким образом, вот, нам кажется, мы сможем показать то, что это Самара. Ну, это у нас собаки не случайные, это собаки кинематографические, они прошли школу, они закончили театральное училище. 2 года они изучали все премудрости. Вернее так, 1-2 года, а вторая девочка, принцесса, она, так скажем, еще молодая. Мы взяли студентку вот, на эту роль первого курса. А то, что играет пират, он просто уже мастер. Он закончил все. Ну, их готовит кинолог 2 года для того, чтобы сниматься в кино. Они, в принципе, могут какой-то базовый уровень, то, что, в принципе, должна собака делать в каждом кино. И к этому уровню уже там что-то на месте, какие-то нюансы дорабатывать кино. Так что у нас собака очень подготовленная, и я говорю, что она делает все, просто все. Все, что нужно. Все, что, в принципе, может делать собака. Вот. Как кастинг для собак проводился? Очень просто. Я работаю с этим кинологом много лет, и поэтому вот она предоставила собаке, которая у нее есть в ее школе. С того, что было, да? Да, и мы с того, что было, выбрали то, что нам бы хотелось. Герой есть у собак? Нет, они эксклюзивны, потому что пират дворняга, и он один вообще, как бы так сам по себе. Такой вот пират, он один. У нас нет дублеров. Вот, но как бы вот, правда, собака бегала уже 3 дня, немножко хромает. Ну, сейчас нам на руку, что она хромает. Вот, надеюсь, это не серьезно. Принцесса какой породы? Этот королевский спаниель. Ну какой еще принцесса может быть породы? Конечно, королевский спаниель. Мы думали, решили, что. Лучше всего спаниель.